Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудрый Воронцом. И сегодня я хочу с вами поделиться своим позитивным и хорошим утром. Вы знаете, мое утро сегодня было невероятно продуктивным. Я, в принципе, такой человек, который не может сидеть без дела, мне очень тяжело ничего не делать, и бывают только редкие моменты, когда мне хочется ничего не делать и хочется как бы отдохнуть, передохнуть от какого-то потока дел. Но чаще всего я очень активна и постоянно чем-то занята, и я люблю проводить свое время продуктивно. Не люблю его проводить перед телевизором ни на что, а люблю, когда я чем-то занята, занята чем-то полезным, хорошим, приятным. И я, например, очень люблю, когда утренние часы свои я провожу тоже продуктивно, когда я не просыпаю все в постели, а встаю рано утром и занимаюсь какими-то своими делами. А чаще всего я их посвящаю своим личным каким-то делам. Это может быть медитация, может быть чтение какой-то книги, которая меня сейчас интересует. Это может быть там про повторение мантр каких-то, это может быть йога, какая-то утренняя гимнастика, утренняя зарядка. Ну вот, сегодня я в свое утро еще кроме своих вот стандартных процедур добавила еще, сделала некоторые вещи, которые вот у меня лично каким-то грузом висели в голове, что надо их сделать, и я никак не могла найти этому время. И вот сегодня после там своих стандартных утренних дел я потратила какой-то час-другой на выполнение этих задач. И для меня это просто мега круто, мега здорово, я очень заряжаюсь этим, когда я делаю свои дела, и когда там список невыполненных моих задач, моих дел, он становится меньше на каждый пунктик, там я вычеркиваю, когда что-то из этого списка, это очень здорово. А лично мне также помогает, чтобы, во-первых, облегчить груз свой в голове, всех вещей, которые мне надо сделать, когда их носишь в голове, кажется, что их невероятно много. Но когда их выписываешь на бумагу в списочек, то оказывается, что их не так уже и много. И тогда уже самой себе легче воспринимать те задачи, которые тебе надо сделать. Они не кажутся бесконечным списком невыполненных дел, а ты видишь их четкое конечное количество. Ну вот, но особенно удовольствие приносит вычеркивание списка сделанных задач. Вот я лично сегодня сделала одно дело, которое у меня висело в моих задачах, и вычеркнула его из своего списка, и меня это безумно радует. Я очень люблю сделать какие-то такие свои дела еще до завтрака, еще до того, как все проснулись, завершить какие-то свои дела из своего списка, вычеркнуть их, и потом со спокойной душой, со спокойной совестью, когда меня уже не беспокоит, что у меня какие-то задачи не сделаны. Понятно, что не весь список сделан еще, но тем не менее я на шагу, на пути к этому, как-то к этому двигаюсь, и вот тогда со спокойной совестью идти позавтракать, и я могу позволить себе каких-то там 15-20, полчаса, минут перерыва, но это будет намного для меня более продуктивный перерыв, потому что я, например, знаю, что меня совесть не мучает за мои какие-то невыполненные дела. Безумно люблю такие продуктивные утра, мне это очень нравится, и я потом весь день тоже провожу вот в таком подвышенном состоянии, в хорошем позитивном настроении. Понятно, что дел еще много, это не значит, что за сегодня я уже все и больше ничего не буду делать, но как минимум какие-то свои вещи, которые висели каким-то грузом у меня, что мне их надо сделать, я никак до них не дохожу, я вот сделала, и мне хорошо. Поэтому составляйте списки своих важных для вас дел потихоньку, каждый день, по чуть-чуть, маленькими шажками, постепенно, постепенно, постоянно, последовательно, получая от этого позитив, делайте эти дела, вычеркивайте из списка, и вы посмотрите, насколько вам будет легче и приятней проводить свои дни. И с вами была Мария и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудрый Воронцов. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.